В общем, запись пошла. В общем, макарошки у меня уже сварились. Так что вот с этим соевым гуляшом. Сейчас я гулять сходила. В общем, в ящик, в почтовый, там, ну, все такое не нужно. Все это засняла. Сейчас вам покажу. В магазинчик сходила. В общем, видео загружается. Погулять сходила. Сейчас я его телефон засниму. Макарошки уже сварились. Сейчас буду кушать. Так что вот, Татьяна Салмановна Мактум Сейфуди была Александра Татьяна Юрьевна, автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вот такие вот дела. Да, это как королева богиня звезда. Мужчина в магазине, вот я зашла в магазинчик, он тоже туда бегом зашел, убежал туда, чтобы первый войти, он туда бегом вбежал. Там этот мужчина разговаривал по телефону, продавец, у которого уже много раз делал покупки, а вот этот он улыбался. Так что вот, он улыбался. Наверное, явно меня узнал этот мужчина, он так улыбался. Ну, я посмотрела, в общем, я вам расскажу, в общем, короче. Баннеры сорвали, в общем, эти хулиганы, баннеры сорвали мои, это отдельный разговор. Сейчас видео у меня такие немножко коротенькие снимаются, потому что там очень много часовые загружены на моем компьютере. Все-таки коротенькие, вообще сейчас загружу, потом большую буду загружать, но вы имеете в виду. В общем, сейчас тарелочку засполосну я. Засполосну тарелочку. Так что вот. Этой водичкой. Из Америки какой-то, знаете, такой из Америки, но не совсем из Америки, в общем, какой-то такой грузовик, просперутинка. В общем, просперутинка, я сейчас буду класть макарошки, а у тебя есть еда, просперуси. Сейчас еще положу.
да, все помогает вот так выйти вот на своей этой машине, на Хаммер, да не это вот там вот это вот, да? Понимаете, она же уже кипит. Сейчас я его сполосну. В общем, засполосну я кипяточком, засполосну кипяточком, как я тут это, может быть, как-то вот это вот, ну, в общем, как-то вот так, да. Засполосну кипяточком, огуречек, кипяточком, туда я вылью. Мужчина на этом газончике, сейчас я вам расскажу, мужчина на газончике искали очки. Вот там, где мужчина, понимаете, вот этот мужчина, он там, сейчас я там это. В общем, короче. В общем, на этом газончике мужчина там, я на его видео уже вам показала вот этого мужчину. Я даже спросила, он на каком этаже живет. Он сказал, что он не на первом, в общем, короче, окна у него куда-то. В общем, окна он мне не сказал, куда у него. В общем, на высоком этаже, у которого огород на углу нашего дома, когда выходит туда, в Белокозерный. В общем, там двое мужчин, в общем, искали очки. Я не с фонариком смотрю, не с фонариком, потому что ищет. Я думаю, топчик, понимаете, мужчине огород. А мужчина и сказал ему, что вытоптали. Он там все поливает этот огород. И кто-то ему там что-то, вот это. Его мужчина говорит, вы что тут делаете? Они тут ходят вот по этому огороду с этим фонариком. Они, говорят, очки потеряли. Понимаете, вот это вытопчет, вот это, я говорю, ну, аккуратно, мужчина, потому что вот это поливает, они там топчут, в общем, топчут, ну, так вроде аккуратненько, в общем, это вытопчет они ему огород или нет, в общем, я даже не знаю. Ну, поняли, да? В общем, конец этого огурца какой-то не очень, в общем, как-то вот это. Так что вот, в общем... Огуречка себе порезала, В общем, с маслицем. В общем, с маслицем. Макарошки немножко переварились. В общем, как-то я так ушла, конечно, гулять. И макарошки у меня тут варились. В общем, даже не знаю. Немножко я переварила макарошки. В общем, даже не... Ну, сейчас посмотрю. В общем, макарошки... Сметанки, со сметанкой, с майонезом, в общем, со сметанкой, с майонезом, с горчицей, сейчас еще горчички положу, так что вот. Эту штучку тоже посолить надо.
общем, приготовила себе ужин. Водички чистые налить. Сейчас водички чистые себе налью. На этом видео вам это скажу. Запокажу вам это видео. Так что вот. В общем, приготовила себе ужин. Приготовила себе ужин. Кушать.